Здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Халье. Вы, надеюсь, рады меня слышать. Жалко, что не видеть. Вот, короче говоря, мы продолжаем с вами трахтеть на запорожцах в Mario Kart. Кстати говоря, было бы очень прикольно, если бы Mario Kart 8 онлайн нас был бы запорожец. Чего-нибудь такого русского не хватает, знаете, родного, того, что не заводится. Какие там турбогазы... Газы на этих, как его, на финишной линии, знаете, когда только начинается гонка, мы там зажимаем. Завелся вы, блядь, чтобы поехало. Короче говоря, друзья, давайте на счет три. Раз, два, три. Бро-чай, дорогие друзья, за ваше здоровье и... За шляпы с перьями, как у мушкетеров. Всегда они мне нравились, эти шляпы. И перейдем к нашему интерактиву. В предыдущем выпуске я вас спросил, собственно говоря, где искать второй носок и... Вы не поверите, я нашел людей, которые нашли второй носок. Да, они существуют. Вот они! Настоящие первопроходцы. Они их достали там, где не ступала нога человека. Герои. Герои нашего времени. Памятник вам при жизни, дорогие друзья. Надо обязательно проверить именно эти места. И, возможно, мои вторые носки от всех пар находятся именно там. Ну, а новый вопрос на интерактива следующий, друзья. Напишите, пожалуйста, самое обидное обзывательство, которое вы только знаете, которое можно человека обидеть, прям вот, чтобы он в депрессию впал, как девочка убежал ныть. Вот такое супер слово, а? Вот как вам? Пишите в комментариях под видео на YouTube, буду ждать, и самые, на мой взгляд, обидные слова попадут в следующий выпуск. Пополним наш словарный запас. Ну, а мы продолжаем сражаться со всем миром в равной, иногда и неравной борьбе. Вот, весь мир. Надеюсь, народ сейчас будет больше. Так, да. Значит, будем играть с дополнительным контентом. Мы еще некоторые трассы не ездили. И сегодня мы с вами рубанем за... Я даже не помню уже, за кого мы на самом деле играли или нет. Давайте я буду рубать за... Давайте за Ми. Давайте за нас рубанем. Почему бы и нет? Давайте. Будем... Вот я буду кататься. Не пойму, кто все эти Ми остальные. Почему они мне даются на выбор. Так, новых тачек у нас больше никаких нет. Ну, начнем. Давайте, вот еще. Вот начну отсюда генерацию. Или давайте с мотоцикла начну. Да, вот так вот. И поехали. Что же будет сегодня? Поперли. Жалко, нельзя зажать клавишу, чтобы они... ну, вы знаете... Сами опускались. И раз, два, три. Мы сегодня Егазила называется. Теперь колеса. Поехали. Колеса. Какие же колеса будут у нашей Егазилы? Я специально подольше щелкаю, чтобы, так сказать, вообще запутаться самого себя. И вот так вот. Деревянные колеса на Егазиле. Ну, тут на самом деле бы подошел цветочек. У нас такой, знаете, природный агрегат, то есть не загрязняющий природу. Давайте. И леталка у нас будет вот такая. Ну-ка. Белочка. Ну, по природному планер летяга. Итак, следующие статы, кстати говоря, у нас неплохая масса, не очень с ускорением, хорошая скорость и... Ну такая тачка собралась-то. Не очень плохая. Буду сегодня на пчелке. А, смотрите, народу, по крайней мере, забито здесь полностью, еще двое ног. Мы сейчас будем смотреть, как другие ребята доезжают свою трассу. Там есть Чаки. Я помню. А, Чучи, извините. Ну, раз я сказал Чаки, я помню, такой фильм был страшный, помните, про куклу. Даже, по-моему, снимали ремейк относительно современный. Вот, посмотрите, старый, кто не смотрел Чаки, довольно, ну, такой забавный фильм. Хотя, ну, обыденный, но в тот момент он не был прям супер обыденным. Вот, такой страшненький. Я люблю, знаете, страшные фильмы, триллеры люблю, всякие такие психические фильмы, и, ну, и прочее, в общем, все такое. Все страшное, нервное из такой, ах, фильмы обожаю такие. Доезжает последний. Окей. Сейчас будем катать мы. Трасса Хайрула. Пойдемте на трассу Хайрул, точно. Вот, я на нем не катал, и будет задолбенно покатать на нем. У нас 12 человек, это отлично, полна котомка. Да, давайте все на ней, потому что я на ней не ездил. Классная игра. Да.
У нас два карлика в команде в очках, и седой карлик, видимо, один из них очень старый. И Джокер, у нас в команде Джокер. Бэтмена не хватает. Я Бэтмен. Ну, давай, пожалуйста, трасс... Да, отлично, Хайлур... Хайрул, блядь, Хайлур хочется все время сказать Л. Хайрул, вот. Итак, двое из Канады, один из России, ну, понятное дело, 4 Соединенных Штатов Америки, двое из Великобритании, один из Франции и двое из Японии. Не совсем японской наружности, судя по их ми. Ми-ми-ми! А, это да, это же Зельда, точно, Хайрул. Твой точняк, это же зельдовская тема. Прикольно, я здесь с удовольствием прокачусь, но здесь наверняка победят Зельды. Ох, тут кристалл. Вау! Они заменили монетки кристаллами здесь. Вот это да! И отличный зельдовский саундтрек. Какая крутая. Я уже люблю эту трассу. Просто супер. Блин, я люблю Зельду, и это меня дико радует. Ух ты, а ускорялки, смотрите, в виде тоже кристаллов таких сделаны. Ой, так, меня чуть там не того. Блин, как прикольно. Друзья, вы знаете, это действительно очень доставляет. Ах ты, сука, спиздила меня. На! На! Вот так вот, отлично. Так, там звездец едет. Ох, мы не взяли. Видите, плохо завернул, потому что я ни черта не видел. Но, блин, это очень классная трасса. Прям с самого начала я так приятно удивлен. Ну, это прям радует. Особенно нравится очень саундтрек, музон, под которым мы здесь катаем. Прям вообще очень крутой. О! О! О, давай, газку. Давай, последний есть. Успел последний раз на газ нажать. Хватило мне. Трасса у нас очень тяжелая. Тяжелая машина, невероятно, друзья. Она плохо входит в повороты. О, как тебе это? Я прям совсем по наглой. Прям супер. Траекторию себе. Вот, ускорение еще. Так, надо сейчас поймать на... Вот так вот. А, сам себя подбил! Сучара зарикошетила! Так. Кстати, гнида какая! Тихо. Ага. Да, все равно мы не успели выбраться первее, слишком далеко они от нас уехали. Но ничего страшного, пятая, это нормально. Для начала трасса очень порадовала. Прям супер порадовала. Особенно кристаллы. Которые монетки заменили на кристаллы. И это ух, прям. Такое приятное нововведение. Вообще тематические карты, это крутая штука. Друзья. Ну, что дальше? Отлично. А золотой приз Квариум... Давайте я бы теперь покатился на радуге, на самом деле. Нравятся золотые прииски всем. Не наигрались еще люди в новые трассы. Я использую гироскоп. Какой я врун. Ай да врун, Сергей. И какой-то мужик выбрал коровы. Надеюсь, коровы не выпадут. Да, это хорошо. Ну, окей. Поедемте на них. Там тоже прикольно. Мне очень нравится момент, когда мы резко опускаемся вниз, а потом такие вверх. О, прям как на горках. Вообще круто было. The Joker. Какая у меня, видите? Какая милая пчелка. Пи-пи, Линки. Да, старт. Отличненько, поперли. Нет, не толкай меня. Так, я боюсь, что мы здесь ничего не урвем. А, нет, урвали. О, отлично, самое время рушить мечты людей о том, что они придут первыми. Ха-ха, мы съели эту
как его, маленькую летучую мышку. Так, в попец поставим себе. Хорошо, что не огурец. Банан, правда, тоже не очень классная штука для попца. Там парень один свалился. Интересно, он и второй вот свалился. А, это альтернативные пути. Они там с ускорением. Это интересно. Это мы не знали. А я думал, что они туда все заворачивают. Постараемся тоже, надо не забыть. Мы тоже с вами постараемся туда заехать. Так, у нас только второй круг, что не очень-то на самом деле хорошо. То есть борьба еще не закончена. Просто мы идем на таком прелестном месте, что не хочется его совсем терять. Оп. Так, сюда налево надо. Нет, 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 нет. Ах, блядь. Как плохо видно. Так, хорошо. Я вот тут теперь не знаю, куда ехать. А, тут надо было прыгнуть. Понятно, прикольно. Окей, там прикольно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага, вот этот парень нас решил обогнать. На! Маленькая тварь. Опа, и нас, кстати говоря. Абсолютно так же решили наказать. Началась ебаная борьба, бля. Ебаная борьба, блядь, началась. Ты как гопота сказал. Тихо, 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 только не летучие мышки. Ах ты, мразь! На! А я ему сбил, да? Ах вы гниды. Да! Как тебе это, маленькая паскуда? Шестой! Да, вот это ни хреново, они там все газанули, я вам скажу. Прям под последний круг у них все время прям какие-то супер-пупер, блядь, попадаются. Ладно, плюс еще 12 рейтинга, мы пересекли в отметку 2400. Доблестно, доблестно отстаиваем честь нашей страны на просторах... онлайн-картинга. Там вот есть еще одна трасса, на которой мы не были с вами, друзья. Одна из новых. И я бы на ней поездил. О, минус 2. Ох, у нас 8. Ну, хорошо, сойдет. Все, поперли. А, еще один приконнектился, вот почему. Ну, это неплохо. Я сделаю все для победы. Ты лысеешь, парень. Я бы на твоем месте задумался о волосах. Блять, а при чем проблема-то? Я понять не могу. А, нас 10, да. Еще двое человек не выбрали. Подождем других игроков. Удачи, блядь. Будь со мной помягче. А, отлично. Давайте радугу. Я покатался бы там. Люблю космос, а это какая-то космическая станция. Да, именно моя радуга и выпала. Правильно. Моя трасса. Канада, Онтарио, чувак Кай из Канады. И, кстати, Джокер тоже из Канады. Так вот откуда вся преступность. Сейчас мы зажжем на нашей суперпчелке. На самой милой тачке. Все выпендриваются, делают какие-то крутые тачки. Вот у нас пчела на деревянных колесах. Чем вы хотели? Вот так вот. Мы простые ребята с России. Нам не сидям. Вон там какой-то на иномарке едет. У нас Запорожье. Вот так вот. И далее. И вот так, в принципе, с запорожцами и бывает все. Сначала едешь, набрал скорости, не вписываешься в поворот. И все. Только Бог тебя спасет в этом случае. Ну и стальной кузов запорожца, конечно же, они довольно прочные. Что-что, а прочности им не занимать. Мы вот сюда. Вот так, видали, я нарушил все правила дорожно-радужного движения. Так, тихо. Очень плохо вписываемся в повороты, друзья, это не я. Машина очень тяжелая, и она очень плохо разворачивается.
Вот и далее. Хорошо, несмотря на все наши усилия, мы едем шестые. Так. О, нет! Чёртов Зевс ультанул! Юмор поймут только те, кто в дотку катает. Сука ебаная, быстрее, пока он не собрал рефрешер. Надо, блять, по-резкому завершать катку. Так, ну-ка, оп! Ай да я, ай да на голубую полоску. Ууу! Все-таки трасса очень крутая, но, сука, да пиздецки сложная, типа. Я, кстати говоря, поэтому и не любят. На, как тебе эта маленькая первая тварь? О, спасибо за монетки, которые с тебя выпали. Он, видите, долбануло первого. О! И молния, прикиньте, еще и молния добавила жару. И, блядь, почему, сука, мы седьмые вдруг стали? Если всех должно было пиздануть. Оп. Да, что-то хреново на пчеле катается. Пчела, ну, видимо, потому что нет крыльев. Я подозреваю, что это как-то влияет на пчел, что они становятся менее маневренными и менее быстрыми. Давайте. На! Да! Я пятый. Неплохо. Под конец мы прям-таки... Нам помог, кстати, парень, который впереди ехал, он там подбивал. Но мы его проплатили. Коррупция, коррупция даже в Mario Kart Online. А вы что хотели? Места покупаются. Чёртовы. Тот-то на первом месте постоянно. Он просто богатый. Богатый человек покупает всех. Сука. А все, я теперь оправдался, короче, что это не по моей вине, не потому что я играю как дно, и тачка у меня отстойная. Какие все моднявые, смотрите, вы как блядь, 5Б нахуй на фотку встали. А я иду, о, Леся, отличница сраная прибежала. Я это я, интеграл из этого будет. Сказать, Ксения, заткнись. Нам не интересны интегралы. Я сделаю все для победы. Окей. Ой, Ксения, мне интересно. Да, ты же тоже в очках. Давай теперь танцевать, ведь мы умеем интегралы числять, сука, и тупые. О, боже, эти задроты. А я такой стыдный, плохой парень, я тебе учусь на двойке. И у меня толстый друг справа. У любого плохого парня должен быть толстый друг. Эти правила плохих парней. Dark Knight из Франции. Давай. Давай уже, черепаха на облачке, блядь. Чёрт! Эффект запорожца. Я просто кузов ему поменял, на самом деле, это запорожец. Ну, деревянные колеса, я думаю, все сразу догадались. Ой, что, почему мы едем? Что это такое? Так, ой-ой-ой, там этот парень с тремя панцирями, поэтому нам надо побыстрее от него избавиться. О, сучара, все-таки эта мразь, блядь, догнала нас своей хуетой. А я специально гнал, чтобы от него избавиться. Знаете, вон тут еще, кстати говоря, такой же мудила. О-о-о, молодец. О! Блять, вот так вот аж две сбил. Мы десятые, это пипец полный. И у нас нет монет вообще, мы типа бомжи. Да, ускорения нам не хватает у машинки именно, и она тяжелая. Толкаться ей хорошо, но вот в повороты вписываться совсем не айс. Вот, вот так. Вот так, да. Ах вы твари. Да твой, смотрите, сука, у нее там
жаловаться ему на водяшке. А у меня ничего нет. Погодите, это же гриб. То есть, если я на него наеду, мне должно дать ускорение. Здесь грибы дают ускорение. Какой моднявый парень там прям. На Мерседесе или на чем он? На чем он катает? Сука! Кстати, ничего мне не дали подобрать. Нифига себе, там кто-то по хардкору решил запустить аж целых три. Да, я тоже взял на этот раз, поэтому мстя моя будет страшна. Да, кстати говоря, я не наврал. А, подбила тебя, сука. Так, на тебе еще назад. И мы пришли шестыми. А, четвертыми. О-хо-хо-хо! Неплохо, мы под конец. Отлично, рейтинга больше 10 получим. Зашибись. Трасса пройдена не зря. Боже, какая же у нас уебищная машина. Вот только посмотрите на это. Вот только посмотрите. Ой, слава богу, медведя нет рядом. А то бы он начал охотиться за нами. В поисках меда, блядь. Трасса Радуга. Еще одна. Блин, сколько трасс Радуг. Это, видите, со SNES. Это трасса со SNES. Привет, Нейтан, или как-то Давид. Это моя последняя игра. Я уже ухожу. На всем похуй, Давид. Вали, ёпта, окей. Баба в розовом вышла вперед. К ней сразу подкатил. Парень, привет. Это мои бортовые охрана. Они стали по бокам. Да, мы нам всем весело. Мы будем кататься по радуге. Александра. Как написано оригинальное имя у швейцарской проститутки. Хорошо. Пам-пам-пам. А ну дорогу, Линк! Ты уже не модный! Как? Оп. Так. Да, маленький Марио собрал себе черепашечку. Вау! Как ты, мразь, меня подбила, такая меткая гнида! Да ладно, чё, серьезно что ли? Охуеть, просто охуеть. Ну и вот так вот, от горя, блядь. Почти нас... Что? Не понял, а почему мы не перепрыгнули-то? Мы ж прыгнули как надо, даже с ускорением. Ох, господи, ну нахуй. Всякие уроды нас поподбивают несколько раз подряд. Прям, я не знаю, редко вижу, чтобы кого-то еще так подбивали несколько раз подряд. Это реально, к вам прям не везет. О, прям она вовремя. Да что ж ты будешь делать, мразь, узкая дорожка? Блять, мы десятые, но это полный пиздец. Никогда не любил радугу. Так, так, надо быть сосредоточенным. Блять, мы десятые, и это... Тут как твою мать не сосредоточайся, блять. Хуже, что сделаешь. Но никогда не сдаваться. Хорошо, мы шестые, мы, по крайней мере, не просрали рейтинг.
Буду винить машину. На деревянных колесах далеко не уедешь. Биби и бибюка у нас отстойные. Надо в следующий раз собрать будет машину, которая мне понравится. Быструю, мощную, крутую, офигенную, как я сам. Нет, если я соберу машину такую же, как я сам, мы тогда никогда первые не приедем. Я как запорожец, буду глохнуть прямо на старте. Так, давайте трассу радугу еще раз, окей, вот такую теперь. Эти радужные дни, блять. День гомосексуализма. Че вы танцуете, че вы радуетесь, уроды, я проиграл. Это нечестно, сказал я куда-то. А, мама выбежала какая-то. Превосходно. Ни одного русского. Квебек. Канада, Квебек. Лотарингия. Великобритания, восточный регион еще был. Пи-пи! Где это нас смотрят, типа, задало мне бегать! А, я забыл на газ, я забибикался. Это тактика. Дорогу! Пчелки! Бз-бз, мазафака! Ох, вы избили, блин, мою самонаводящуюся супер-пупер оружие, которое засекречено было. Были мои разработки, моего ящика. А, да, детка, я взял оружие. Ничто мне не помешает взять себе лишнее оружие. Бах-бах! Двое ублюдков. Сука, ебаный бумеранг, блядь. Опять? Два... Как они меня бесят! Хули вы меня по два, по три раза долбаните? Маленькие сукины дети! Ага, отлично, еще раз меня. Вы серьезно, что ли, гниды? Это становится пиздецки не смешно. Вот. Отлично. Хоп, хоп. Выше пилотаж. Мы отомстим вам, уроды. Мы сейчас вам покажем, где раки зимуют, козлы. Я спрыгнул. Один, кстати говоря, спрыгнуть решил. От горя. Да, и мы ничего не получили. Так, у него звезда, а черт. Ладно, он ее применил уже. Значит, все в порядке. Последний круг, блин, мы восьмые. Нам надо как-то исправить все. О! Да, не повезло. Да, там кому-то будет больно. Почему вперед выкинули банан? Я же просто нажал применить банан. Оно прям кинуло, прям супер далеко. Ну и все, мы пришли пятый. Окей, снова пятый, неплохо. Стабильность — признак мастерства. Или пчелки. Одно из двух. 11 рейтинга. Но мы все выше и выше. Как же многое реально зависит от машины, друзья. Тачки на ускорение самые заебатые. По крайней мере, мне с ними легче всего катается. Вот, и главное, чтобы это еще был не мотик. О, полярный пробег, давайте. Нет, давайте полярный пробег, я на нем еще не катался. Чего в свои, блядь, шахты? Шахтеры сраные, давайте по полюсу. Я эту экспедицию хочу на Северный полюс. Там у парня такая прическа странная, который такие, о, сейчас зубы вот так вот. Он постоянно улыбается, и с бородкой внизу. Который вон там, справа стоял в голубой футболке. Ой, один из Мексики. Походу кокаин ваш
пришел сюда предлагать. Саламандры. Чулюльдзи, Кортсон, Шиви, Сниви или как там, боже. Что за ники? Давайте, сейчас мы покажем вам, где полярный берег зимой. Давайте, я хочу быть первым. Так, я не определился, куда мне ехать. О, кто-то там собрал уже там, мою самонаводяшку. Какой... Так, тихо-тихо-тихо. Вы видели, как он переместился? Его как будто телепортнуло. Это что, чит, что ли? Он что, читер, что ли? Читак сраный! Так, монетки. Нужно больше монеток. Куда? О, офигеть! Это неожиданно, зато я обманул бумеранг. Что не делает то к лучшему. О, три банана, отлично. Они нас уже защитили от самонаводяшки одной. Ну и борьба здесь. Ох, охренеть, все-таки даже через эти нас долбанули. Но тут и борьба. Ну и баталии. Отлично. Держите. О-о-о, мы на ускорялке такой. Блин, девятый, прям вообще все плохо очень. Ну тут все толпой едут такой. Охуеть, просто охуеть. Нам избили и... А, что только не произошло. Так, смотрите, там проход. На, есть. Задел, так. На, на. Всех уродов. Да, только нам нихуя это не дало абсолютно. Ого. Опять пятый. Просто 5-5-5-5-5-5-5-5. Любит нас сегодня эта цифра. Кому ты машешь, придурок, мы пятые. Да, какой я веселый, я же на пчелке катаюсь, бз-бз, блин. О мой бог, что за бред, что за тупой я. Так, ледяная, давайте руины бамсов. Джокер, когда улыбается, он когда, ну, рот открывает, видите, кстати, на Джокера, он когда открывает рот, это какой-то такой стрёмный, прям такой. Ого, видали, несмотря на обширное количество этого острова Йоши, или как он там называется, новая трасса, победили руины. Хоккайдо, Хоккайдо, восточный регион, Москва. Они, наверное, думают, что медведь сейчас играет в шапки-ушанки, блять, в одной рукой контроллер, другой балалайка. Вот, а водка в виде клизмы стоит. Окей, так. Дорога! Только русский мог сделать себе пчелку с деревянными колесами. Дорога мне! Налил, конечно! Деньги нужны мне! Банан оставили как Линк дорогу, маленькая ты тварь. Вот, отлично. Ух. Надо их догнать немножко, чтобы я вот этого чувака повредил. Ладно, не получится. Придется сбросить тут. О! Так,
На, вот так вот, да. Ах, опа, тихо. Да, вот это вот нам нужно. Монетку взял. О, ого, сам себе. Так, я сбил панцирь только что гранатой. Вовремя среагировал. Да, вот это вот, вот это достойная штука. Хорошо, что была ускорялка, чтобы... О-о-о, кто-то на нас охотится. Это не очень круто. Перейдем сюда. Тут заодно и монеток возьмем. Оп, опа. Ха-ха-ха-ха. Слышали, как смеется? Забавно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, не повезло парню. Есть! Да! У-ху! Вот это да! Мы первые. Как нам повезло, что в первого пустили синий панцирь. Прямо офигенно. Русский вперед! 24 рейтинга! Пьяный медведь победил! У меня пчелка! Вы что хотели? Я шучу, медведи! Русские медведи дружат с пчелами! Боже! Знаете нас в России, все! Сверху на голову! Ой, с это, как его? С головы, с ног на голову. Так, электродром или часы тик-так? Это не честно, это честно! Все было как надо, блядь. Смотри, какой парень злой в зеленой футболке стоит перед нами. Вообще такое лицо такое. Он так разминался, типа, сейчас пизды дам, блядь. Слышь ты, завтрак свой отдашь мне. Ну, как хорошо. Да, такой отжимало школьный, блядь. Ща я тебе покажу тут как. Хулиганить, сука. Онтарио, Иллинойс. Британь. Франция. Французы из Британии. О, слушай. Там, скорее всего, Бретань, конечно, наверное, но не важно. Все равно забавно, да? А-а-а, как так? Чертов банан я не увидел, да? Ну ладно. Ладно, маленькие твари. У кого-то будут сегодня проблемы. Это, видимо, я. Судя по тому, как я быстро езжу. На, Линк! О, отличненько. О, о-о-о! Там было ужасно, там было... Нет! Не успел я. Блять, я еду 10. Там у кого-то крутое оружие. Он типа в этом полетел, как пушечка. А у меня даже оружия нет. Да что ж такое, блять, я уж какой раз оружие не могу взять. Что за невезуха и как с этим бороться? Вот, наконец-то. Да, нет! Мразь, бля! Чё вы здесь вообще эти кубы делают? Вы откуда? Какая у вас предыстория зарождения здесь? Эти единорога был запор в один прекрасный день. Он выстрелил огромную радужную какаху? Или в чём проблема? Так, иди сюда. На, сука. На тебе! Все, все вы умрете! Ладно, только двое. Лучше, чем ничего. Черт, ничего не видно. Отлично, меня подбили. Охренеть!
Блин, это минус рейтинг, наверное, да? Там еще кто-то едет. А, 2 рейтинга. Плюс 2 рейтинга. Все равно, хотя у меня лицо такое было недовольное у Ми, как будто он сейчас заплачет. Ой, да, я злой, друзья. Вот на этой ноте мы с вами и закончим. Сегодня у нас заезды были, ну так, себе на 3, но мы все равно с вами прекрасно заработали рейтинга. Несли... О, новая деталь. Друзья, давайте посмотрим. Погодите, новую деталь. Что за новая деталь? Интересно. Что за голос? Такой. А, о, Йоши-цикл. Давно я его хотел, Йоши-цикл. Наконец-то мы до него добрались. Он очень-очень прикольный. Что ж, дорогие друзья, на этом мы с вами и закончим. С вами был Сергей Хелье. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзьяшки. Не забывайте про наш интерактив, пишите ваши комментарии под видео. Вот, будет все очень весело и забавно. Вот, с вами был Сергей Хелье. Всем счастья, удачи, здоровья и пока!